Ярким краскам лета на главной улице, ведущей к морю, сегодня добавился оранжевый цвет жилетов-дворников. Один или два уборщика, закрепленных за этой территорией, не смогут навести здесь идеальный порядок. Глава города после обхода улицы Гребенской остался недоволен ее санитарным состоянием. Заместитель главы города Анжелика Бузунова на все уверения своих подчиненных, что эта улица убирается регулярно, показала прибордюрку в окурках, явно брошенных не сегодня. Пока я не позвала, никто никого не убирал. Да мы убираемся постоянно, жалко. Лен, это упало не только что, понимаешь? Ну, пойдем, скажи, все валяется. Здесь идем, везде валяется. Что ты убираешь? Какой красивой была эта улица сразу после ремонта в ожидании отдыхающих. Сегодня тротуарная плитка в грязных потеках. Что тут домой? Пятна все. Вот, смотри. Мастер участка ЖКХ находила оправдание качеству такой работы. Но улица красноречивее всяких слов говорила о том, что здесь надо усилий по наведению порядка в несколько раз больше приложить. Да при чем здесь пятница? Сегодня понедельник. Два дня. Сколько труда было вложено в создание на Гребенской цветочных газонов на поливе. Сегодня в поливные устройства втаптываются ножки стульев тех торговцев, что отдыхают в тени лип. Здесь пьют кофе, курят, обедают. И не смущаются тем, что огрызки украшают газон, от которого почти ничего не осталось. Незаконная торговля, парковки машин в неположенном месте. По всем этим нарушениям работали сегодня соответствующие службы. В ответ на все оправдания торговцев, что мусор вокруг – дело не мое, очень хочется показать блинную на Горького. С каждым новым курортным сезоном ее предприниматель создает здесь маленький оазис. И несмотря на то, что это объект общепита, здесь идеальная чистая плитка и свежие цветы. Чтобы поддерживать порядок, Юрий Иванович содержит дополнительного уборщика на территории. У северного рынка деревья и цветы поливают сами предприниматели. И в то же время мастер ЖКХ на этой территории сетует, что мороженщики и квасные заваливают мусором все укромные уголки. У всех сегодня проверили договора на вывоз мусора, взяв эту часть города под особый контроль.